Кейл произвел настоящую революцию в правильном питании и занял почетное место в холодильниках тех, кто следит за своим здоровьем. Его относят к категории «суперфуд» наравне с ягодами годжи и семенами чиа. Еще бы, ведь он превосходит говядину по содержанию железа. В общем, штука очень и очень полезная. Готовится совершенно по-разному. От смузи до запеканок. Сегодня у меня есть рецепт, как готовить простой, но самый, на мой взгляд, вкусный салат с кейлом. У меня кейл из магазинной пачки. Он уже вымыт и нарезан. Тем не менее, не будет лишним его осмотреть, удалить листья, которые вам не нравятся, а также оборвать толстые стебли. Они съедобные, но в салате явно будут лишними. Когда все готово, добавляем несладкий йогурт и хорошо перемешиваем. Щепотка соли по вкусу. Посмотрите, насколько он прекрасен на тарелке. Практически совершенная форма и цвет. В такой цветовой палитре не хватает только красного. Сделаем салат еще более полезным, добавив немного петрушки. Так будет вкуснее. Посмотрите, полюбуйтесь. Есть поговорка, что все полезное невкусно, а в этом случае все наоборот. Просто взрыв вкуса. Аппетит пробуждается мгновенно.